Почему-то меня сегодня уже раз пятый здесь спрашивают о совмещении. Ну, то есть меня еще до интервью спрашивали, ты не хочешь устроить концерт с живыми музыкантами? Я, честно скажу, я против этого. Я не знаю почему, но мне кажется, рэп должен быть рэпом. Сейчас многие экспериментируют. Каста, Асай и там какие-то еще там барабанщики, диджей. Ну, это круто, это эксперимент. Ну, как бы, честно говоря, я думаю, что вряд ли я приду к этому вообще. Не дорасту до этого. Ну, смотреть на это приятно тебе. Лично. Не особо, честно говоря. Но Рутс приятно смотреть. И Рутс я никогда не был особым поклонником. Слушай, а ты допускаешь, что вообще перестанешь заниматься рэпом в какой-то момент? Ну, то есть допускаю. Довольно близкий вообще к нашему времени. Я думаю, да. А чем ты будешь заниматься? Ну, у меня есть пару мыслей.